Поехали. Настоящая шахматная баталия развернется на Алтае. 16 ноября в Барнауле стартует открытый командный чемпионат Сибирского федерального округа по быстрым шахматам «Большой Алтай». За два дня сразятся 10 команд из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, а также из Казахстана и впервые за 5 последних лет из Китая, всего около 40 человек. Визит китайских шахматистов на Алтай второй по счету в этом году. Летом они участвовали в турнире «Дружбы», который проходил в Белокурихе. Теперь гости из Поднебесной покажут, на что способны уже в рамках чемпионата. Как уверяет китайская сторона, для них важна не только спортивная составляющая. Шахматы – это сам по себе прекрасный вид спорта, прекрасное искусство. И мы считаем, что благодаря шахматам дружба между молодыми поколениями наших стран имеет шанс укрепиться. Кроме того, чемпионат дает возможность оценить свои силы, ведь Россия – страна с традиционно сильной шахматной школой. Впрочем, как признались организаторы, российским шахматистам, скорее всего, придется непросто. Предварительные партии показали, что даже юные участники китайской команды не уступают в мастерстве нашим гроссмейстерам. Добавим, турнир по быстрым шахматам пройдет в краевом шахматном клубе и продлится два дня.